По поводу Павлонии, сегодня у нас 29 августа. Ну вот, я стою, можно как-то, я не знаю, как сравнить. Сейчас попробую вот так вот сделать. Вот видите, выше меня Павлония, 1,82 у меня ростом. Это вот 95,01. И вот войлочная Павлония. То же самое выше меня. То есть томинтоса обычная. Сейчас тоже попробую. Вот как-то так. Вот. Все остальные павлошки вот такие вот. Вот у нас там Z07 тоже. Паутон. Ну, скажем так, 1,60 м, 1,70 м. Вон какие-то букашки ее там. А, не букашки, а клоп. Клоп ест. Клоп ест. Зараза. Клопы. Вот они, клопы, начинают подъедать. Молодняк. И вот такая вот мошка. Не мошка, а вот как она, мушка. Мушка. Сейчас побрызгаем. Вот такая вот тут петрушечка. Такое состояние. Вот, если видите, вот тоже мушка вот эта вот. И клопы, они вот подъедают. А вот они выводят вот такого червяка. Вот такой вот червяк. Гусеница. Гусеница. И вот она начинает есть, грызть. Вот такая вот тут гусеница. Зеленая. И она вот съедает все верхушки. Сейчас нужно пройтись опять побрызгать. Так, ну вот так вот я беру. Вот так вот. Жучком. Сейчас поднакачаю. Так приходится обрабатывать. Вон мушки сидят. Вот. Вот молодые побеги, они как раз и грызут. Вот листья погрызаны. Вот как раз вот было. Но я уже обрабатывал. А где-то, видно, плохо обработал. Вон клопик сидит. Вон он. Зараза. И начинает подъедать. Так, тут наверху как-то надо достать. Любят они молодые побеги, всякая нечисть кушать съедает. Вот так вот они все тут попоели. Вот вообще съели верхушки. Но это на этот год ничего страшного. Вот, кстати, мушка эта сидит. Сейчас мы ее фокус возьмем. Вот она. Так, как-то сфокусировать надо. Вот она. Как-то так. У них тут много бегает. Поливаю травой, ну, тем, что жуков поливаю.
Вот и все. Такой же. Абсолютно. Вон тут сидят, едят вовсю. Объели вон листья. Вот, кстати, клоп сидит. Всех этих клопов, всех их надо уничтожать. Так, все показывать не буду. Вот просто отдельно покажу. Смотрите, вот что бывает. Сейчас от солнышка будет видно. Вот в этой аж паутинка вот. И вот так вот они вот личинки закладывают. Вон какой-то паук даже там. Вот, как-то так. Ну вот еще раз для сравнения. Высота вот 1,82 м у меня. Это 95,01. А вот эксперимент. Взят пасынок. Ну, я сейчас покажу примерно, какие пасынки. Здесь таких уже нету. Ну вот, например, вот, допустим, пасынок лезет. Вот. Обрываешь, выкидываешь. А я не выкинул. Поставил водичку. Вот. Пересадили потом. И получилось. Вот. Он дал корни. И вот смотрите, какая павлошечка. Вот как бы так вот. Отлично. Ну, высотой уже не знаю сколько. Так вот, если сантиметров 18. Кстати, его тоже надо обработать на всякий пожарный. Так, идем дальше обрабатывать. Вот на самых вот первых листьях, вот маленьких, вот как раз там вся эта зараза и водится. Вот она, мушка. Мушки видите. И желательно еще, чтобы вот так вот пройти. Так вот, вот, вот. То есть как-то так. Здесь я, кстати, подрезал листья, ну, чтобы не мешались, чтобы ствол был такой, быстрее дервенил. На скорость роста это особо не влияет. Это уже проверено. Так что просто, чтобы не мешались. А листья он положил, укрыл, чтобы потом, когда поливаешь, влага сильно не испарялась. Потому что у нас тут засуха. Только вот несколько маленьких дождиков прошло, кстати. Вот обрезанные побеги. Вот. И вот пошли новые. А вот со старых обрезал, где рассаду делал. Вот. Дерево какое в диаметре. Это 95,01. Вот смотрите. Ну, сантиметра 3 уже где-то. Вот. Как бы так. Это вот будет на постоянку. Оно здесь оставаться. Вот. Я оставлю одну. Так, а вот эти буду все убирать. Вот эти все буду убирать. Вот. Так. Так, сейчас пройду между ними. Вот. Здесь тоже листочки внизу пообрезал. Ну и так полегче дерево тоже. Так. Вот как-то так вот. Это тоже будет убираться дерево. Вот эти будут на постоянное. Ну, не знаю, некоторые буду пробовать срезать, некоторые не буду. То есть первый год. Вот. Посмотрим. Просто там некоторые поеденные деревья. И как бы, чтобы ровненькие они были, придется их срезать. Те, которые будут нормальные, вот, те оставим. Вот, поеденные тоже. Тут поелается вся, не поймешь. Это уже типа парши, вон пасынок пошел такой вот. Все это вон клопы, клоп вон он,
все это надо будет на следующий год, конечно, под корешок я его срежу. Вот. А те, которые нормальные, скорее всего, не буду трогать. Ну вот этот ряд вот. Это будем срезать, следующий не будем, потом будем. Ну, короче, вот как так они у меня вдоль забора будут расти. Так, сейчас подойдем к катальпе. К катальпе подойдем. Так. У меня как раз нормально получается. Здесь ряд будет идти по вложек. Вот. Здесь будет у нас грецкий орех. Потом катальпа вон. Яблонька. Для них простора побольше. Делаю так, чтобы потом со временем тень была и улики. Вот здесь катальпа что-то не вверх идет, а в листву пошла. Прям в листву идет хорошо. Вот. Удобрениями не пользовался давно уже. Вот как-то интересно. Ну, на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч.